Здорово, дружище! Сегодня у меня день рождения, можешь меня поздравить, можешь на меня написать что-нибудь. И мне в честь дня рождения сделал человек, я давно, ты можешь знать, встречался с несколькими ребятами в Москве, и один из этих людей, которые были в Москве, оказался художником. Ну, вообще-то, я знал, что он художник, и нарисовали анимацию по этой всей встрече. И также хочу пофлексить подарками, вот, сделали раз, вот эту фигню сделали, фигню, классную штуку, раз, здесь брелочек. Еще написали, и вот это возможно, я пока не обещаю, но возможно, вот эта вещь будет у нас в мерче. Я не уверен пока что, это так, пока предположим, просто мне нравится эта идея, ты видишь. А, ты видишь, но ты видишь отзеркально. Тут, короче, написано кодекс юного хаосита. И здесь это что-то вроде записной книжки с рисунками и надписями всякими рафлянами. Типа моими фразами, которые я обычно использую для, ну, в жизни. Вот, так что это прям очень круто. И вот анимация. Я анимацию уже посмотрел, так что это будет не прям первая реакция, но я тебе по пути буду рассказывать некоторые штуки, которые у нас были. Если тебе интересно, если не интересно, то неинтересно. Можешь просто написать в комментариях: с днем рождения! Можешь даже, если тебе особо охота, можешь задонать где-нибудь, как хочешь, как угодно. Может, не надо, я никого не прошу, это так. Если хочешь как-нибудь поздравить, можешь так. А можешь никак не поздравлять, можешь просто сказать: всего нормально, не беспокойся. Вот, короче, погнали. Там музыка потом будет, поэтому по звуку не негодуй. Вот это девчонка, которая, собственно, художник. И что мне нравится, это реальная анимация. Покадровая такая. И там будет один момент. Это она ехала из другого города, естественно. Она далеко. Москвы. Поедем далеко туда. О, я не знаю, мне так криво. Кстати, я не знаю, что это за группа, если что. Кто-нибудь в комментах может написать. А это она. Маленькая инфа, я не знал, что происходило до меня. Тут ты увидишь, когда я появился. Я не знал, что происходило до меня. Я так понимаю, она опоздала. Ну или чуть не опоздала. Вот это они встретились с первыми девчонками. Нас было там чуть, по-моему, 8. Ты можешь посмотреть, опять же, есть видосы. Это вскоре, я буду называть имена, неважно, можешь на них забить. Это вот они пока собираются, вот я. Причем, когда я приехал в аэропорту, я прилетел туда. Когда я приехал в аэропорту, они мне такие говорят, типа: алло, Андрюх, стой на месте, мы тебя найдем. Я в Москве был первый раз, я не знаю, для меня это большой город, ё-моё, ничего себе. А, нет, не в первый раз, но я редко тут бываю. И я такой, типа: да-да-да, я стою на месте. И они говорят: смотрим на тебя со стороны и смотрим, ты продолжаешь идти. Такой: да-да-да, я на месте. Чисто ютубер, вру на каждом шагу. Вот это как раз художница, она постоянно очень любила прятаться в шкафах. Я не знаю, это у нее какой-то прикол, что она постоянно любит прятаться в шкафах. Ну не знаю, человеку удобно, когда везде стены, наверное. Или ему нравится сидеть в клетке. Я не знаю этого. Это мы сняли хату, короче, это первые дни, когда вот у нас были. А когда мы там были, мы такие типа: а что, вначале? Вот это неправда. Мы не просто рафлянили, ну, по крайней мере, у меня. Я постоянно паниковал, потому что мне было паникешно, что что-то пойдет не так. Вот это рафляная штука. Я не знаю, это показала ее или нет. Тут можно буквально покадрово останавливать все это и рассказывать о каждом из них историю. Это когда, по-моему, мы потерялись, если я правильно помню, когда кто-то у нас потерялся, если я не ошибаюсь. Это мы таки нашлись. Это мы таки нашлись, куда ехать. Это когда мы ехали, если я правильно помню, когда было дофига людей вокруг на... в Москве, когда я в первый раз попал в Москве в метро утром. Кто живет в Москве, ребят... Я удивляюсь, как вы живете, потому что, по идее, там в этом метро так много людей, что сдохнуть проще, чем выжить. Там их так много, я сейчас проверю быстренько, все ли вы видите. Вы видите довольно все, да? Все видите, ништяк. Вот, там так много людей, они буквально меня давили. И вот это вот мне так понравилось, только оно было иначе. Я сижу, унываю, ну мне настроение особо почему-то не было, устал. И слева от меня сидит парочка, обнимается и друг с другом няшится. Это не из нашей компании, это просто какая-то парочка. И получилось довольно комично, что, знаешь, такой прям мем. Я когда третий на вечеринке. Я сижу, унываю, а там кто-то друг друга это любит. Да, это когда мы спали, это когда мы, блин, вечером или утром, ну когда все хотели дрыхнуть, и мы все дружно дрыхнули. Я притворялся, что я сплю, потому что я сидя спать не могу. Это мы когда пришли в аниме, на аниме-фест, когда мы нитовцев нашли, с нитовцами дэнсили. Это было круто, я там себе маску нашел, я в маске хилил постоянно.
Вот это тоже про... Вот это мне больше всего понравилось. Вот об этом я еще расскажу. Это все видео будет из рассказов, да, если ты не понял. Это мы, короче, решили вот на фоне этого Кремля, там есть лужайка, мы, короче, решили, что если с километра, ну, не километр, дофига бежать друг на друга и словить петули друг дружке, это будет прикольно. В результате мы друг другу руки отбили, но нормально, весело же, ну. Это я с палками сбивал девушек, это нормально. Это вот это вот... Это вы, короче говоря... О, у меня сейчас слезы будут. Это, короче говоря... Блин, у меня реально что-то погрустнело. Что такое? Это, короче, мы ночью решили, что... Отличная идея, ночью. А давайте-ка пойдем погуляем. Мы пошли гулять, и в результате нам пришла идея. Есть такой мем, знаешь, типа... Стоять. И мы просто стояли вокруг крутилки, где крутилась вот эта художница. И мы просто стояли... Потом вышел какой-то мужик с подъезда, на нас посмотрел такой... Он даже ничего не сказал, он просто такой, что, блядь, и ушел. Представь себе, ты выходишь на улицу и видишь там куча людей в кругу стоит и громко кричат низкие ноты на фоне крутящегося ребенка между ними. А это мы пели, да-да-да-да-да. Одна, две из девчонок умели хорошо петь. Вот этот парень петь не умеет, но он верит, что он пел, ну, он пел от души, знаешь. Можно петь от души, но не очень хорошо, ты знаешь. Я петь не умею, я умею от души. Вот, и они, короче говоря, пели, а я сижу такой, типа, да-да-да. Я тогда еще стеснялся и не пел. А две вот эти девчонки умели петь, им вообще хорошо. Пели они, по-моему, какие-то... Что-то они пели, что-то пели, я не знаю. Это меня очень доставляло художнице постоянно на голову руку класть. Не знаю, зачем, не спрашиваю, просто она забавно реагирует, когда на нее на голову руку кладешь. Она такая... Поэтому я постоянно на нее руку клал. Просто так. И она однажды заснула в шкафу. Она, короче говоря, залезла в шкаф, ждала, пока мы проснемся. И в результате она так долго ждала, что заснула в шкафу. И мы такие, типа... Она здесь все время была или нет? Ё-моё, вот это очень быстро, это буквально по кадру сейчас пойдем. Я не уверен, что я буду о каждом что-то рассказывать прям. А это когда мы нашли, блин, вот там фонтан, я не помню, где он на самом деле. Но кадр классный, мне нравится. Кадр? Это у этого чувака, у него какой-то прикол был, я не знаю почему, но он просто заглючил. Он нашел чипсинку и такой... О, чипсинка. И это у нас стало рафляным мемом. Это парень, которого постоянно заставляли мыть. Потому что девчонки постоянно разговаривали, надо же попиздеть, ну. А в результате парень мыл, потому что он ненавидел грязь. Что логично, я понимаю. Это мы нашли дыру какую-то, короче. Эта девчонка умеет по стенам ползать. Она как бы человек-паук, но она вылазила постоянно. Нас пугала по утрам. Это они МГУ нашли или МВД, я не помню. А это момент со стрима. Вот этот момент ты, кстати говоря, даже можешь найти. О, а вот это вот... Тоже одна... мы с одной девчонкой сидели, разговаривали о всякой херне до утра. Тоже было забавно. Вот тот момент, который только что был, ты можешь его найти на стриме. Сечи огней увидят нас с тобой и шум горящий. А, и это вот мы, по-моему, в то же самое утро решили кинуть вот такой шарик. И мы все боялись, что этот шарик упадет на какие-нибудь линии электропередач, что-нибудь сожжет. Это уже последние дни. Эти вот все, что они подвыпивали. Это они нашли какую-то дыру, какую-то дыру в лесу, в которой сидел бомж. Просто, знаешь, лес, маленькая лужайка, и в ней сидит бомж. Ну, это... Да. Она хотела мороженку, но не было денег, я ей подарил. Ну и это уже конец. У нас, короче, был свой личный этот мемуарщик. Я не знаю, как это называется. Или пройду я траве, друга я никогда не забуду. Блин, я ж прослезился, я не могу. Я не нытик, идите в жопу. И вот, короче, имена всех, кто тут были. Две Ани, Коля, Горн, Миша, Маша? Миша, почему я сказал Миша? Маша, которая всех называла жалкими. Я не знаю, это у нее рофл. Корица, Котя, Злата и прохожие. Ну, еще где-то там Андрей, но Андрей не важно. Андрей это такой. Вот. Блин, я реально прослезился, господи. Не прослезился, я рофлю. Вот. Я надеюсь, тебе понравилось. А вот музыка, кстати, кому интересно. Я не слышал, но звучит нормально. Андрей, с днем рождения. Это мило, это так мило. А будет сцена после титров? Не будет. Отстой. Я надеюсь, тебе понравилось. Это так мило. Я просто хотел с тобой поделиться этим. Я хотел тебе показать и хотел с тобой поделиться этой историей, потому что все, кто как бы... Этой истории были частью, они ее знают,
Вот. А плюс человек сделал клевую анимацию, я хотел ее тебе показать, с тобой поделиться. Я рассказал тебе почти все, так что можешь считать, что ты тоже был с нами. Разве что ты стрим не видел, ты можешь увидеть стрим, где-нибудь его, наверное, можешь найти. Но там ничего суперинтересного не было, мы просто сидели и разговаривали. Вот, ладно, я надеюсь, тебе понравилось, я надеюсь, тебе было интересно. Увидимся с тобой уже завтра, наверное, может послезавтра, если переживем вот это вот самое все. Вот, надеюсь, тебе понравилось, увидимся с тобой в следующих видео. Всем пока, до скорого и хорошего тебе, отличного дня, удачи.